В канун Дня Победы ветераны военно-морского флота возложили цветы к мемориалу героям-морякам. Здесь, в парке морской славы, участники церемонии почтили память погибших товарищей в сражениях Великой Отечественной войны минутой молчания. На встречу с ветеранами пришли ребята из Коничевских школ и детских садов. Офицеры ВМФ это мероприятие традиционно проводят для молодежи. Это была страшная, жестокая война, и об этом должны помнить наши поколения. После возложения цветов для ребят исполнили несколько песен о российском флоте. Далее ветераны ВМФ отправились в центр города, на площадь имени Василия Маргелова. Здесь, в сквере перед Рязанским десантным училищем, собрались как действующие офицеры, так и ветераны ВДВ, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии открытия памятника основателю крылатой пехоты генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Маргелов – это наше знамя, это наша честь и совесть. И когда мы переговорили, одно из тех дел, которые высказала пожелание семья, это нашей альма-матер в Рязанском училище установить памятник Маргелова. На церемонию открытия прибыли и родственники легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. По их словам, работа скульптора Бориса Горбунова им понравилась. Этот памятник наверняка из тех 50 входит в пятерку самых лучших. Еще раз огромное спасибо. Удачи. Тесемию.